Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. 28 и 29 сентября снова в современной медицинской клинике врач функциональной диагностики из Нижнего Новгорода. Проводит УЗИ сердца 16 лет, УЗИ сосудов конечностей, шеи и головы 7 лет, дуплексное исследование брюшной аорты и почечных артерий. Успейте записаться по телефону 30350. Количество мест ограничено. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 24 сентября, в Печоре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 1,3, а завтра днем 9-11 градусов выше нуля. Мосты между нами, мосты. Ну, где ты взял? Песни со смыслом. От любимых исполнителей. От Печорин на вокзале. Духовой шансон. Душевное радио. Заблутали. Просто хорошие песни. Love Radio. Лучшее из мира твоей любимой музыки.